Дефектовка крыша. Это уже правая сторона. Вот здесь тоже две вмятинки. Вот одна. И вот вторая. Блин, бликует свет. Глаз видит, а объектив. Так, вот это вот заводской дефект здесь. Просадка и вот это муссорина и просадка. Вот. Настойки здесь тоже маленький заломчик, вот оно нагревается. Вот он, еще один залом на крыше. Вот он виден хорошо. И вот он залом. Вот так. Начинаем править. Ну, вот она крыша.